сказали, ты самокритичен. Дочка, не бойся, мы тебя вылечим. Взял томик стихов, прочитал Мандельштам. На первой странице печать рядом штамп. Представился мне Иоанна в Кронштадт. Порт, памятник, камень, аллея, каштан. Петр Первый, окно прорубивший в Европу и Питера крыши. Поэтический бум, сдулись вены на шее, морщины на лбу разгладились. Что ж, я подумал, раз так, занимайте согласно билетам места. Появились строка за строкой, как с куста. Я прочту вам немного, чуть менее ста. Вы же передавайте из уст в уста.